Алиса, я каждый год жду очень встречи с вами. Раньше я волновалась и понимала, что это, что ваш приход на эти концерты – это аванс для меня, это память папы. Но теперь уже я понимаю, что нет допусков на ошибки, права на ошибку, потому что я уже выросла из девочки в мастера, смею надеяться. Сегодня наша программа будет строиться просто. Я буду петь хорошо известные романсы, премьер не будет. Моя мамочка, которая в зале, она всегда говорит, все хотят слушать любимые романсы, пой то, что хорошо знают. И сегодня вот как раз прозвучит такая хорошо известная вам программа. Снился мне сад под венечным укорем, в этом саду мы с тобою вдвоем. Звезды на небе, звезды на море, звезды. Потихоньку калитку.
бегуще сплетаются ветки. Уходи, тебя подожду, и на самом пороге беседки кружеваться милый куст
заслуженная артистка России Нина Шацкая. Конечно, когда я приезжаю в Брянск, моя юность не просто ко мне возвращается, я чувствую себя девочкой, потому что каждый здешний уголок связан с детством. И очень люблю эту площадь соборную и наш храм Спасо-Преображенский, который кажется издали большим великаном с двумя большими круглыми глазами. А еще хочу спеть для вас сейчас неизвестный, все-таки малоизвестный романс из программы, посвященной композитору Борису Фомину, который написал «Только раз», который написал «Дорога длинная» и написал вот этот романс, почему-то редко исполняемый.
карточка, это тоже Борис Фомин, «Смурт».
зале сидят в первом ряду музыканты. И я хочу сказать большое спасибо маленькой девочке, не понимаешь многого. И я хочу сказать, что сейчас, слушая ту пластинку, которую вы записали в 83-м году, и показывая ее большим профессионалам, я всегда слышу возглас удивления и недоверия, что такое могло быть так много лет назад. И я хочу вас поблагодарить, потому что на вашем опыте, на вашем искусстве я училась достигать вершин планок определенного уровня, где невозможно было фальшивить, где важно было слышать того, кто рядом. Спасибо вам большое. Звучат
Но со дня на день уже сегодня мне прислали смонтированный клип и на эту песню «Время» вот по нескольким каналам музыкальным будут показывать. Это Music Box, Ля Минор, наверное, Шансон ТВ. Песня «Время» будет как клип демонстрировать. Когда я жила в Рыбинске и училась в школе, я была очень посредственной ученицей. Училась я в первой школе, где требования были очень высокими, я была рассеянной, невнимательной и закончила очень плохо школу. Но потом в институте подтянулась, и вдруг в последние годы я начала писать рассказы о путешествиях и вспоминать какие-то вещи, связанные с моим детством. И просто воспоминания, эссе. И я хочу прочитать вам очень важный для меня рассказ, написанный по случаю сегодняшней даты. И я впервые буду читать на публику сегодня. Вы моя первая публика. Получила я недавно письмо, и так оно меня встряхнуло, что места не могу найти, который день. Детали того пасмурного сентябрьского дня я помню на удивление хорошо, хотя и прошло с тех пор 13 лет. Проснулась я с пронзительным чувством одиночества и тоски. За окном на фоне унылого неба растопырились тополиные ветки. Ветер трепал остатки их листвы, гонял по лужам рябь, пропил карниз невнятную дождливую песню. От монотонной долбежки болела голова, и если б не дневной концерт где-то на окраине Москвы, я так и осталась бы валяться в кровати до вечера. Как обычно бывало в минуты отчаяния и безысходности, я позвонила отцу, уехавшему на пару дней в Рыбинск. Подумала о невостребованности, нереализованности, о том, что концертов нет и жизнь проходит мимо, что надо менять профессию. И, как всегда, услышала теплый, терпеливый ответ, что все будет хорошо, что надо совершенствоваться, и концерты обязательно появятся, что раз я выбрала зависимую профессию певицы и вдобавок к этому не хочу петь попсу, должна научиться ждать своего часа. И в конце концов, если Бог дает талант, то подразумевается расплата, самоедство, самоограничение и работа над собой. Он был прекрасным учителем, мой папа. Он знал слова, которые не только утешали, но придавали силу. Мы поболтали ни о чем, и он сказал, что вечером будет петь для друзей, что расскажет им, как гордиться мной, и тем, что совсем скоро состоится мой первый сольник в зале Чайковского, что много лет он мечтал об этом, и вот наконец его мечта сбудется, и он сможет увидеть на легендарной сцене «Дочкин триумф», которым не сомневается. «Думай о хорошем, и все будет хорошо», — закончил он разговор. На улице тело, привыкшее из-за лета к теплу, мгновенно озябло. Пальцы онемели, влажный воздух застревал в горле, и сердце билось неровно. В метро, охваченная внезапной паникой, я несколько раз путала ветки, и когда наконец добралась до площадки, разочаровала заказчиков, с трудом прошелестев пару песен. Неуловимый страх и тревога преследовали меня. Даже мысль о том, чтобы остаться одной, была невыносима, и я поехала к подруге. Подружка моя, сильная и жизнерадостная женщина, налила коньяку и позвала с собой на концерт ансамбля Игоря Моисеева, зал Чайковского. Мечта любого артиста. Аншлаг в этом зале не похож ни на один другой. На сцене физически чувствуешь зрительскую любовь, она льется на сцену из чаши амфитеатра, построенного так, чтобы пола до потолка. Оглядывая зал, слушая его гул, я думала, что совсем скоро, ровно через 40 дней, я буду петь здесь свой первый сольный концерт с потрясающим оркестром кинематографии. И мечтала о таком же аншлаге. Концерты Моисеевского ансамбля — это всегда событие. Каждый номер публика встречает овациями. И в этой раскаленной, восторженной чаше меня било зноб, и только лицо горело, невыносимо жгло изнутри.
и сил уже не было терпеть эту муку, как вдруг все прошло. И страх, и паника, и озноб, и жар. И выходя из зала в грохоте аплодисментов, я увидела, как мигает телефон, входящий вызов. И сквозь этот грохот восторга услышала три слова. Нина, папа умер. Так вот, недавно мне пришло письмо от рыбинского музыканта. Он просил послушать его песни. И в конце письма есть пара предложений о том, что команда его работала в том концерте, где отец пел в последний раз. И что папа спел, сошел со сцены и сказал, что ему нехорошо. Мы отработали, собрали инструменты, пошли по домам. На следующий день узнали, что он умер. Вот. Когда горело мое лицо и дышать не было сил, он уходил. И, наверное, хотел мне что-то сказать. А я до сих пор не могу найти себе место. Что тогда не оказалось рядом, что не смогла взять его за руку. И что не услышала последних слов. А ровно через 40 дней я пела свой первый сольный концерт в зале Чайковского. И это был мой первый сольный концерт без отца. Ты над могилою
не серьезно, а счастье принесет совсем другой. Но все прошло, и я его забыла. Прошли года. Сегодня утром мы договорились.
договорились с Юрием Парменовым, что он примет участие в нашем концерте, и у них с Димой импровизация. Я с удовольствием сама послушаю. Юрий Парменов и Дмитрий Селиханов.
Юрий Иванович, берите себя. Юрий Парамёнов, Дмитрий Селипанов. А на сцене вновь заслуженная артистка России Нина Шацкая. И мы исполним с Димой несколько произведений из цикла «На стихи Марины Цветаевой», композитор Дмитрий Селипанов. Ты числый еще не пробудный, чьи движения еще тихи. В переулок сходи трехрудный, если любишь мои стихи. О, как солнечно и как звезда значит жизненный весь этот проект, и с него начался спектакль «Я искал тебя».
с этого романса. Я помню ночь на склоне ноября. Туманный дождь при свете фонаря. Ваш нежный лик, сомнительный и странный. Сегодня снова Диккенсова ночь, и тоже дождь, и так же не помочь. Ни мне, ни вам, и так же хлещут трубы, и лестница летит. Композитор Дмитрий Селиванов и заслуженная артистка России Нина Шапская.
я уехала из дома учиться в Петербург, мне папа писал письма, я их все храню. Не все, конечно, но, к счастью, очень важные из них сохранились. И каждый раз перечитывая, я нахожу что-то в них новое и важное для меня. И не так давно вдруг я увидела то, что много лет проскакивало. Мне всегда казалось, что я сам сусам, что я все должна сама. Я мне писала: не рассчитывай, что ты можешь справиться сама. Нельзя, надо обязательно опираться на соратников, на сподвижников, нужна команда. И вот я очень счастлива, что я смею надеяться, что Дима — это моя команда. Потому что с его появлением в моей жизни в ней вошла совершенно иная музыка, современная, прекрасная, и я тебе очень признательна за это. Ну что ж, еще одна песня. Ласточка в луне, молодость простимся накануне, постоим с тобою на ветру. Смелая моя, утешь сестру, пахни малиновою юбкой. Молодость моя, моя голубка, смуглая, рассол моей души. Молодость моя, утешь, спеши. Полосинела зорь мою шалью, шалая моя, пошалевай, досыта с тобой спеши. Аж парь, солнце мое, прощай, да. Не с простой руки твоей касаюсь, как с любовником с тобой прощаюсь. Меня ты видеть хочешь, и давно мои уста.
маленькие совещания производственные. Я сегодня, когда ехала, мне мама говорит, а ты была, давно ли ты была в Копаево? В Копаево, да? Вот, зря вы смеетесь, я после школы год работала заведующей клубом там. Вот ездила, да, честно зарабатывала стаж, чтобы поступить в институт. Надо обязательно съездить. Расписывала кино в кинопрокате. И чтобы получить какой-нибудь фильм, который бы собрал аудиторию, надо было очень как-то вот заслужить это. И только признаюсь по страшному секрету, наверное, благодаря маме, потому что ее хорошо знали в кинопрокате, мне давали раз в месяц какой-нибудь индийский фильм, чтобы я хоть как-то план выполнила. Да. Думала ли я, что я вырасту и смогу общаться с великими кинематографистами и спеть в фильме Глеба Панфилова? Я эту историю уже рассказывала, не буду повторяться, но очень люблю петь романс из фильма «В круге первом», который мы сейчас поем. Уходит вечер, вдали закат погас, не облака толпой плывут на запад. Спокойной ночи поет нам поздний час, а ночь близка. Так получилось, что у меня нет детей, но, к счастью,
счастью, Дима наш родился тремя сыновьями и уже двумя внуками. И все они продолжают династию, все они шацкие. Это так прекрасно. Я думаю, папа счастлив, что растут такие мальчики замечательные. И они такие настоящие, и вот Тёма не застал рождения дедушки, он родился позже. Знаете, ровно через 9 месяцев, ровно через 9 месяцев после папиной смерти родился Тёма. Поэтому, может быть, частичка папиной души в нём. И я хочу поблагодарить администрацию города, конечно, департамент культуры, персонально Воронину Марину Константиновну. Марина Константиновна нас каждый год поддерживает. Огромное спасибо. И то, что помимо концерта, конечно, вот это событие, которое сегодня произошло днем, открытие мемориальной доски, низкий поклон. Спасибо большое. Огромное счастье для меня. И я думаю, что для тех, кто будет в городе расти, знать, что культура – это важно. Администрация Рыбинского завода приборостроения, персонально Ирине Вячеславовне Бирюковой. Ирину Вячеславовну знают уже 100 лет. Администратору Рыбинского театра и коллективу театра, нашему другу Ушакову Евгению Валентиновичу тоже. Вот я бы назвала всех, кто нам каждый год помогает. Еще хочу свою команду поблагодарить. Я уже назвала Диму. Каждый год, когда меня нет в Рыбинске, то всегда всеми вопросами занимается мама. Мамочка, спасибо тебе огромное, что ты всегда помогаешь. Моя семья, еще есть мой директор Илья Любушкин, он всегда в тени. Но Илюшка тоже наша команда. И мы каждый год стараемся, чтобы мама как-то прошла. Когда вы немножко рассеяны, я прошу прощения. Я обычно никогда таких вещей не говорю, но я чуть-чуть не здорова. Простите, если я была немножечко многословна, рассеяна, что-то вот так. Простите. И в заключение концерта я, конечно, хочу помянуть нашего любимого семью Соколову Юрочку, которого не стало в этом году. Он очень близкий друг был нашей семьи. Царство небесное, Юрочка. И наверняка он тоже рядом с нами сейчас. А напоследок я скажу, а напоследок я скажу. Прощай, любите, не обезумься, с ума схожу. Неумело. И напоследок.
заслуженная артистка России Нина Шацка. Композитор, аранжировщик, прекрасный музыкант Дмитрий Серебанов.